Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 19 января 2024 года. Я адвокат Доскараев, защищающий права и интересы нашей легенды Марата Жаламбаева. Участвовал сегодня в апелляционной инстанции суда города Астаны, где судьи в составе Ергалиева, Есымова и Алипанова решили, что наши апелляционные жалобы, то есть моя и Марата Жаламбаева, не обоснованы и подлежат отклонению. Решение первого суда о лишении свободы, назначении Марату Жаламбаеву лишения свободы 7 лет законным и обоснованным. Я считаю, что данное решение суда апелляционной инстанции не обосновано, так как ни один довод, который не был рассмотрен как на суде первой инстанции и в настоящей коллегии апелляционной, не дана им надлежащая правовая оценка и не приняты во внимание. Поэтому мы будем жаловаться дальше, пойдем в Верховный суд. Благодарю за внимание.